Привет всем! Вы на канале вязания, и я Светлана. Сегодня продолжаем вязать свитер для детской пижамы на внука. Я вяжу на 3 годика. Мы вяжем кофточку, верхнюю часть пижамы. Так, передняя часть. Вот мы дошли до проймы. Я вот связала одну сторону, чтобы было видно, как мы будем вязать. Мы будем вязать таким образом. Вырез будет такой V-образный, и будем вязать, начинать сразу пройму и вырез. Так, приступаем к вязанию. У нас передняя часть, 42 петли, и я разделила пополам, получилось 21 петля. Так, начинаем вязать первый ряд проймы и выреза горловины. Так, сейчас мы пройма рукава снимем 4 петли. Сначала мы делим их 4 на 3, на 3 части, получается по 1 петли плюс 1. Первую часть мы возьмем 2 петли, которая одна осталась, потом 1 и 1. Сейчас снимаем 2 петли. 2 петли мы снимаем, 2 петли, 1 я провязываю. Вот 1 снялась, теперь опять ложим сюда на левую спицу одну эту петлю и провязываем опять 2 петли одной таким образом. Вот мы сняли 2 петли. Так, вяжем дальше по рисунку. Какую петлю видите, ту и провязываете. И последняя кромочная на правой стороне будете вязать изнаночную, а на левой я вяжу лицевой, чтобы ровно вот так ложились петли. Первый ряд провязали, вяжем второй ряд. Первый снимаем и вяжем все по рисунку. При этом, когда останется 2 петли в конце, мы провяжем их одной. То есть мы еще одну петлю снимем по проме рукава. Вот осталось 2 петли у нас. Мы провязываем их одной, при этом я вот последнюю перевернула, чтобы она правильно легла, вот таким образом. Вот мы ее провязали, при этом у нас ушла еще одна петля, мы сняли 3 петли всего. Сейчас будем снимать 4-ю петлю, но 2 петли эти будем снимать изнаночной петлю, потому что тут идет изнаночная, чтобы она красиво легла. Так, вот мы сняли уже 4 петли. Дальше вяжем по рисунку. Это третий ряд. Третий ряд провязываем. Переходим к вязанию 4-го ряда. 4-й ряд также вяжем по рисунку. Так, 4-й ряд по рисунку прошел. Теперь 5-й ряд.
пятый ряд, тоже по рисунку. Так, шестой ряд. Так, шестой ряд. Шесть петель мы эти не трогаем, как я уже говорила. Мы их просто провязываем, как видим. Так, первую я сняла. Тут лицевая. На этой стороне идет две изнаночные. И 2 лицевые. Так, вот мы дошли до жгута. При этом мы должны сейчас одну в этом жгуте будем убирать петли в этом крайнем жгуту, да? Мы вот 2 последние петли, мы сейчас провяжем их 2 вместе сразу. И снимаем, смотрите, мы снимаем, так, сняли, и теперь 2 петли мы сняли, одели на левую, те, которые 2 вместе провязали, тоже одеваем на левую, таким образом. Вот у нас получился такой жгутик теперь, не из 4, а из 3 петель. И теперь мы провязываем изнаночные петли. Один, два, три. Так, посмотрим, что у нас тут получилось. Смотрите, вот так идет, так, как должно быть. При этом живот уменьшился на одну петлю. А вырез. Видите, вырез пойдет в сторону сюда, но при этом край не будет, как бы, по краю мы не уменьшаем, он ровно идет. Вот будет точно так, как здесь, будет уменьшаться. Видите, жгут будет уменьшаться, и вырез вот так пойдет. Так, это у нас был шестой ряд. Так, седьмой ряд. Вяжем по рисунку. Первый снимаете. Так. И вот мы провязали 2 лицевых. И вот у нас второй жгут. Так, мы теперь его должны тоже перекинуть вот таким образом, то есть перекрестить петли. Так, 2 лицевых, и вот следующий жгут мы провязываем. Тут наклон, в какую сторону смотрим, не забываем. Так, 4 петли, берем жгута. Слева направо. Теперь эти 2 петли первые на левую. А теперь цепляем, захватываем 2 петли последние право и перекидываем тоже на левую спицу. Перекинули таким образом. Теперь мы провязываем изнаночные петли. Так, провязали. Вот что у нас вышло. Теперь мы провязываем уже следующий ряд.
и провязываем по рисунку. Так, следующий вверх. Так, вяжем. Вяжем все по рисунку. И вот где жгут у нас. Мы провязываем 2 петли одной, 2 изнаночные одной. Так, вяжем дальше по рисунку. Следующий ряд. Там, где вот одна петля, мы ее тоже провязываем изнаночной петлей. Так, провязали мы. Так, одна изнаночная. Опять одна изнаночная. Тут получилось у нас уже, где мы уменьшали жгут, уже здесь 4 изнаночных, одни изнаночные идут, и дальше 2 лицевых. Так, следующий. Так, следующий ряд. Вяжем по рисунку. Там, где уменьшали жгут, мы провязываем. Вот мы его уменьшали. Так, сейчас я 2 лицевые провязали. И здесь вот 2 лицевые провязываем вместе одной. Вот так. И 4 жгута, 4 лицевых петли от жгута крайние. Так, следующий ряд. У нас уже сколько тут петелек? Так, 3, 5, 10, 11. Уже у нас 11 петелек. Так, вот мы дошли до крайнего жгута. Мы должны так сделать. Мы снимаем 4 эти петли на правую спицу. И теперь у нас же жгут должен под низ идти. Значит, мы берем эти 2 петли, 3, 4, снимаем на левую, а первую, вторую захватываем и перекидываем на левую спицу. Таким образом. Так, провязываем изнаночные петли. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Провязали. Следующий.
ряд. Вяжем по рисунку все. Переходим на изнанку, и у нас здесь, там было, я говорила, 11 петель осталось, 1 кромочная, итого 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, вяжем по рисунку. И теперь там, где мы вот жгут уменьшали, видите, тут одни изнаночные идут. Мы их теперь провязываем одной лицевой, две петли одной.